Так, я считаю, что честный спорт – это прежде всего уважение к самому себе. И если ты победил и готовился нечестно, то результат твой можно не считать, и ты прежде всего обманываешь самого себя. Когда соревнуешься честно, ты уверен в себе и в своих результатах, и никто никогда не сможет их оспорить. Выкладывайте свои фото и видео с хэштегом «Честная борьба».